понедельник вечером в индустриальном районе города во время несения дежурства погиб полицейский. Сотрудник вневедомственной охраны 1975 года рождения скончался прямо в патрульном УАЗе. Прапорщику стало плохо на смене. Экипаж как раз ехал с очередного вызова. Старший группы задержания побелел и дал знать сидевшему за рулем напарнику, что ему нужна медпомощь. Врачей наряд ожидал на парковке супермаркета у остановки «Мелькомбинат». Когда приехала скорая помощь, старший группы задержания был уже мертв. Вскоре после приезда врачей к месту трагедии стали подъезжать узнавшие печальную весть коллеги-мужчины. Наряд пришлось снять с дежурства. Известно, что прапорщик работал в полиции уже почти 20 лет. На службу в ОВД он поступил в 1998 году. Проверкой этого инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета. По предварительной версии, это был скоротечный инсульт. С места происшествия Евгения Куликова и Виталий Векстер.